Тепло под контролем. Глава округа Андрей Булгаков встретился с жителями микрорайона Бахчеванжи, где проходит активное подключение жилых домов и соцобъектов к новой газовой котельной. Для оперативного решения вопросов с запуском отопления в микрорайоне создан центр тепла. Здесь глава обсудил с жителями график подключения. Он рассчитан до 1 декабря, но работы идут с опережением, поэтому планируется, что тепло и горячая вода начнут поступать в полном объеме во все дома раньше срока. А пока центр обрабатывает точечные обращения жителей. За одну неделю его работы принято 76 заявок. Уже отработано более 80%. В основном они касаются завоздушивания системы. Глава объяснил, что этот процесс неизбежен, пока не будут подключены все объекты. Но волноваться не стоит. Проблема по заявке решается быстро. На адрес направляет сантехника. Кроме этого, службы проводят массовые тепловые обследования стояков. Очень скоро все дома микрорайона будут запитаны от новой котельной. При обнаружении проблемы необходимо оставить заявку в центре тепла. Режим его работы, телефон и адрес для очного обращения вы видите на экране.